безгранично доверяюсь духу Бога. Пусть ведет меня по водам туда, куда призвал Он. И в глубинах те, что не преодолеть мне, станет вера моя крепче, когда рядом мой Спаситель. В глубинах тех,
того, кто каждый день напоминал, в этом мире не один я. И в тот момент, когда ни с чем один остался я, внутри разочарований бурь, кто-то руку протянул. Ведь только с тобой мое сердце расцветает, только с тобой все в моем мире тает. Только с тобой мое сердце расцветает, только с тобой жизнь смысл обретает. Я не хочу забывать, кто рядом был всегда, кто каждый день напоминал, в этом мире не один я. И в тот момент, когда ни с чем один остался я, внутри разочарований бурь, кто-то руку протянул. И только с тобой мое сердце расцветает, только с тобой все в моем. Рядом был ты каждый миг, я не хочу забыть. Ведь если я забуду здесь, разве дальше что-то есть? Как рядом был ты каждый миг, я не хочу забыть. Ведь если я забуду здесь, разве дальше что-то есть? Никогда. Жажду встреч с тобой, устремляя взор свой в небеса. За тебя лишь я держусь рукой. В моих мыслях первый ты всегда. Возносят голоса все творения. Вечно в том, аллилуйя, небеса поют, славу воздают, бесконечно в том. Тебя заметить трудно, в обыденности наших дней. Чудеса, которые вокруг нас, подчеркнут твое величие. Возносят голоса все творения. Бесконечно в том, аллилуйя,
вечер, когда я устану, когда буду закрывать глаза, я держать тебя не перестану. В моих мыслях только ты всегда. Возвращай.
пойми, все то, что потерял, возвращает, 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 возвращает. Hey!
небо. Мы славим, мы славим только вы.
власти у нас. Но знаю я, ты обещаешь рядом быть с нами здесь и сейчас. Я без тебя жажду быть с тобою вновь. В тебе одно нуждаюсь я, жажду быть с тобою вновь. Через долину пусть любовь твоя страх победит, словно тень проявляешь в моей слабости славу яви. Быть с тобою, Бог.
быть с тобою вновь. В тебе одном нуждаюсь я, жажду быть с тобою вновь. Теперь я другой, и все сложнее во мне узнать того, кем я был, пока не встретил тогда Христа. Я не хожу так, как раньше, и не живу так, как раньше, ведь омыт был снаружи, снаружи и изнутри. Аллилуйя! Знаю, кровь твоя, это только кровь твоя. Аллилуйя, аллилуйя. Я знаю, кровь твоя, это только кровь твоя. Лучше нет ничего, что чувствую я в присутствии Бог твоем, когда стыд был со мною и мой грех пред тобою. Я омыт был снаружи, снаружи и изнутри. Аллилуйя! Знаю, кровь твоя, это только кровь твоя. Аллилуйя, аллилуйя. Я знаю, кровь твоя, это только кровь твоя. Это только кровь. Заслужить прощенье, несомненно, все только через кровь. Тебе не нужно думать, что можешь за деньги приобрести спасение, несомненно, все только через кровь. Но если хочешь стать освященным, правым, очищенным, непорочным, несомненно, только через кровь. И если хочешь стать достойным, прощенным, оправданным, полным жизни, несомненно, все только через кровь.
сказать. Спасибо не те слова, Иисус благодать, и свою милость пролил тогда. Тебя любить буду вечно, на земле и на небе, ведь омыт был снаружи, снаружи и изнутри. Ты сполна заплати своей кровью тогда. Ты отдал все за нас, Иисус. Ты сполна заплати своей кровью тогда. Ты отдал все за нас, Иисус. Ты сполна заплати своей кровью тогда. Ты отдал все за нас, Иисус. Ты сполна заплати своей кровью тогда. Ты отдал все за нас, Иисус. Иисус. Спасибо за присутствие небес. Это ценно. Это ценно. Нет ничего дороже той цены, которую ты отдал. Чтобы пели бы, да, еще пару часиков. Доброе утро всем. Можно присаживаться? Для меня это вообще и ценно, и страшно. Знаете, у меня чувство такое, я теперь, ну, на самом деле немножко понимаю, когда Иисус шел на крест. Я тоже иду на крест сейчас. И это тяжело. Да можем выносить, если что. Мы сейчас вынесем крест.
я приехал с поездки, буду подарки раздавать. Шучу. Доброе утро всем еще раз. Не, вы просто, честно, если бы вы поняли, вы бы поняли. Это мой дебют, и я первый раз на собрании служу словом. Для меня это действительно ценно. А еще я когда вчера вечером, ночью, лежу, и такая мысль. А ведь еще и вечеря. Такой, не, по-моему, нет. Потом такой, по-моему, да. Такой, не, чур меня. Прихожу, и правда. И знаете, тем словом, которым я хочу поделиться, он со мной просто сегодня будет. И это ценно. Иначе у меня ноги дрожат. Понимаете, почему те люди носят широкие штаны? Чтобы не видно было. Для меня это слово, очень сильно врезалось в сердце. Знаете, я служу молодежи, и мы уже какое время говорим о чемпионстве. Мы говорим, что мы чемпионы Царства Божьего, мы победители. Да? Да? Мы же чемпионы Царства Божьего. В нас же кровь Христа, а Он же самый великий чемпион. Он пробежал всю дистанцию и на финише не оплошал, а еще и дал будущность нам. И а к чему подсоединять? Не взяли? И этим словом немножко я увидел, мы были с Марком тут на подростковой конференции ездили и служили оба. И как-то мы сидели, болтали с ним, он начал рассказывать, делиться о том, что он будет говорить. Ну, и я немножко у него что-то взял. Поэтому, Марк, сюда? Куда? Марк, спасибо тебе большое. Я идею не украл. Я идею позаимствовал, но это ценно было. И щедро. В общем и целом. Знаете, мы все знаем, что Бог внутри нас. И Библия много говорит о том, что Бог сотворил нас по образу и подобию своему, и Он вложил в нас много всего-всего. Ой, самый главный атрибут. Спасибо. И Он много чего в нас вложил, и это хорошо. И когда происходит момент покаяния осознанного, да, в нашей жизни Бог что-то вливает. Что-то вливает, и там начинается процесс. Да? Там начинается процесс. Процесс, когда мы от чего-то освобождаемся. Процесс, когда что-то, что раньше для нас было самым важным и самым главным, становится второстепенным. Процесс, когда, может быть, ты относился к людям не как к людям, ты начинаешь относиться к ним как к людям и видеть, что они все, в принципе, не твари, а творение Божье. И что родители твои, если вы дети, молодежь и подростки, они любят вас. И они хотят, чтобы вы жили долго. Потому что Библия говорит, почитай отца и мать, и продлятся годы жизни твои. Ну, не почитай, а вырази почтение. И взрослым Бог открывает, как нужно любить детей. Ну, если ты во Христе. И вот процесс идет.
И очень много ситуаций в нашей жизни происходит. Но ты настолько влюбился в Иисуса, что эти обстоятельства ты не замечаешь. Да? Мы же все помним, кто первый раз здесь, по-честному. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Понял, все, запомнил, сфотографировал. Шучу. А кто не первый раз? Соответственно, вы все помните, как Иисус пришел впервые к вам. Да? Это было что-то, наверное, сногсшибательное. Когда ты вдруг увидел красоту неба, что улицы красивые, и город у нас прекрасный. И ты не замечаешь на все эти обстоятельства, потому что тебе на них по-синему. И ты живешь. И Бог что-то делает, делает, делает. Это процесс. Фу, и правда страшно. Я попробую сказать, но для меня это очень ценно. Это все мои 23 года. Я 23 года верующий. И знаете, я всю свою жизнь отдаю Господу, и Он проводит эту работу. Сейчас, мы чуть-чуть еще. И когда, я помню тот день, когда я покаялся. Для меня это было вообще круче всего того, чего я делал в своей жизни. И все! Вот он ты! Вот он ты, который пришел к Господу, горячий! Такой, аша катараба катанда. Ты такой, я сейчас выйду на улицу, левой рукой пойдут сотни. С правой вторые сотни. А там полтысячи заберу. И ты такой горячий. Такой прям огненный. И ты же забыл те обстоятельства. Но знаете, что происходит? Есть маленькая козявка, которая начинает в нашу жизнь потихонечку приходить. И если сейчас заварить чай этим кипятком, он будет вкусный. Да? Согласны? Но вот приходит какое-то обстоятельство. Вдруг к тебе пришел твой друг и зашел в небесный круг. Говорит тебе, дружок, съешь-ка ты мой пирожок. Это я сейчас придумал. И такой раз в твою жизнь капельку сомнений. Главное, чтобы он не шарахнул. Ну ты-то горячий. И ты ему, братан. Или там, если сестра. Сестра. Не-не-не-не-не. Бог любит и тебя, Бог любит и меня. И ты такой, не, я горячий, я люблю Господа, давай покайся. И вот его маленькое сомнение растает в твоем огне, и он вдруг приходит ко Христу. Классно? Всегда бы было бы так. Но в чем парадокс всего этого? Что в твою жизнь приходит не одно обстоятельство, а приходит куча. Долги появились. Надо идти на вторую работу. Фу, опять я боюсь что-то. Раз. Кто-то пришел и тебе сказал, да ты гонишь. Тебя обдурили. Тебя охмурили. Ты такой, наверное. Потом хлоп с женой поругался. Уже не творение, а сокращенно. Ну или муж.
Потом раз, купил машину новую, попал в аварию дикую, а денег нет, кредиты. Потом еще какие-то обстоятельства. Здоровьем что-то не то. Ой, Бог, Бог, а сам-то не будь. Бульк. Дети не слушаются. Туда их. И вот она жизнь. Ну, согласитесь, жизнь как жизнь. Да? Мы все не застрахованы. И даже больше я вам открою тайну. Священники живут ровно такую же жизнь. Ровно такую же. У них было... Настроение с утра. Да что вообще на весь день? Просто все. И вроде бы ты был такой горячий. Аж такой ракабакатанда. А тут хлоп, чувствуешь? Потеплел. Потеплел. И уже что-то... А сяду-ка я вот... К оператором. Не к оператором стану, а к оператором сяду. Такой сидишь, да, клево здесь у них. Фонарики. А внутри-то уже не тот огонь. Потому что фонарики зашли к тебе. А потом внутри. А нет, да, сяду я вон с краешку. У меня маленький ребенок. Знаете, когда мне говорят честно, у меня же дети. Ребята, я вам открою тайну, у меня их трое. А еще помимо еще целое служение детей. И я прохожу так же, как и вы. Но я не получаю статус фаениста. И не хочу его получать. Фаениста сокращенно фае. Я хочу быть здесь. Что-то пошло не так? Ага. И вот тоже там, в конце, а потом ты, да не, пойду в фойе. Сейчас мы дойдем еще до одного. И ты вообще уже, ой-ой, что-то не очень горячий. Ну, я могу прямо вот держать. И вдруг ты осознаешь, онлайн же есть. Да? Онлайн. Зачем быть на передовых, если я буду замыкать тылы? Буду-ка я дома с кофеечком, плюшки там стынут. Посижу я в онлайне. Я не против онлайна. Ну, вы понимаете, да, к чему я просто говорю? И все, ребят, ну, быть честным. Ну, как вот так можно заварить вкусный чай? Скажите, как вот так можно заварить вкусный чай и получить аромат? Максимум, если ты зальешь такой водой, заберешь чай, другой аромат получишь. Он выйдет со свистом. И все, что в нашей жизни нужно, знаете, оказывается, что? Мы же люди, даром. У нас же есть в жизни ситуации. Все же видят как? Дом, корзина, картина, картонка, собачонка. Арсений, хотел сказать, замуж вышел, потом чур меня, чур. Женился. Маша, да? Выросла. О, какая. Но просто что он делает в этот момент? Он включает свою веру. Обстоятельства приходят космические. Мы же думаем, что я сейчас не против всех.
Но просто, что мы думаем, у людей, у которых все вот так, у них всегда в жизни вот так. Не, ребят, каждое утро он просыпается, этот человек, и включает рычажок своей веры. Он включает его по причине той, что он не любит то, что в него входит. Он любит то, что было когда-то в него вложено Иисусом. Слышите? Библию же надо почитать. Пока готовится чай. И знаете, апостол Павел, я вот прочитал одно место, я даже честно, я его читал, рассуждал, и там как раз попал на вечерю. Думаю, класс, все сегодня в елочку. Даже то, что я боюсь, никто ведь не видит этого. А у меня ледик мой топится. И так написано так, 1 Коринфянам 10 главе. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком и все прошли сквозь море». То есть вот так. «И все крестились в Моисея, в Моисее и в облаке и в море. И все ели одну и ту же духовную пищу. И все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос». Так же написано? Не вру? Камень был Христос. Но не о многих из них благоволит Бог, ибо они поражены были в пустыне, а это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте же также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано: «Народ сел есть и пить, и встал играть, не станет блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи». Я такой думаю, интересно, что это такое? О чем Павел говорит? Он говорит: ребят, много будет в жизни ситуаций. И ты, может быть, даже будешь видеть в церкви кого-то турбоносит. Но если ты с ним будешь вместе, за компашку, Бог не благоволит, написано, к таким. Он не благоволит. Вот почему иногда тебе хочется, если вдруг посудачить о ком-то, о чем-то, и что-то сделать. А к тебе в этот момент, говорит, человек, замолчи. Знаешь почему? Не в осуждение, но в правду. Потому что он включил свою веру. Он не хочет, чтобы этот лед его остужал. Он не хочет, чтобы внутри он был холоден. Он не хочет, чтобы его вера затухла. Он не хочет, чтобы однажды он потерял то, что не потеряли предки. Это общение с Богом. И вот что проходит человек, который в действительности доверяет Богу. Все, что было до этого, все, что было до этого, Бог взял и растопил. И он снова такой. И он снова горячий. Вот почему ты смотришь, и многие люди несколько десятков лет служат, потом и служат их дети, служат их внуки, служат их правнуки. А у нас, да, идея церкви одна, чтобы были и поднимались династии. Почему? Потому что отцы, праотцы и деды, и все, они стоят в вере. Проходят ту же самую жизнь. Ту же, абсолютно самую. Я ночью лежал. И всякие мысли лезли в голову. Да потому что 3:00 ночи. Но я просто отвернулся и сказал: Иисус, чур меня, чур, пусть не лезет мне ничто. Но пусть твое присутствие будет. И когда ты с такой верой
пойдешь делиться Словом Божьим и взойдешь в другой сосуд под названием «ближний твой». И будешь делиться Словом Божьим. Оно будет благоухать в его жизни. Слышишь? В его жизни. В его жизни. Оно будет так же горячим. Потому что ты передал горячее. Но оно еще и будет благоухать. Ты же зачем сказать аминь? Но самое важное, что не нужно сделать в нашей жизни 100%, это отсоединить свою веру от источника. Как много из нас уже настолько холодны, и не включаются, и пытаются включить свою веру забывая, что она у источника. Слышите? И сегодня это время вечери. Я предлагаю тебе сделать обновление своей жизни. Это подключиться к источнику. Слышишь? Не к работе. Не к суете жизни. А к источнику. И даже если вдруг в твоей жизни будет что-то не то, когда ты включишь свою веру, он обязательно подаст тебе огня. Аминь. И мы можем встать. Я привык коротко уже. Спасибо, что слушали. И дальше там написано в 14 стихе так. Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения. Я говорю вам, как рассудительным, сами рассудите о том, что говорю. Чаша благовения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Я понимаю всех. Заботы, хлопоты и все остальное. Но время, воскресное время, я молю тебя, отдай Иисусу. Отдай Иисусу. Отдай Ему на все 100%. Выключи суету из своей головы. Выключи страх из своего сердца. Я сам забрал твой страх, вот стою, боюсь. Но позволь Ему сегодня зажечь себе тот огонь, который, возможно, когда-то ты потерял или променял на какие-то обстоятельства своей жизни. И если ты вдруг думаешь, что ты неважный, ненужный в церкви, уже места заняты, я тебе открою тайну. Мест служения в Царстве Божьем вот так. Вот так. Вот так.
Вот так. Бог ждет тебя, когда ты подключишься к Нему со всей своей жаждой, и Он тебя так взгреет, в хорошем смысле, что твой огонь будет влиять на тысячи. Может быть, ты будешь крутым специалистом какой-то области. Я никогда не забываю, Иисус был искусным плотником до того момента, когда Он начал делиться Словом. Может быть, ты будешь крутым блогером. Да, пацаны, девчонки? Может, ты будешь крутым плиточником. Может, ты будешь просто сногсшибательным проповедником. Может быть, ты будешь просто сумасшедшим евангелистом. А может быть, ты будешь просто крутым батей. А может быть, крутой мамой. А может быть, крутым учителем. Хотел другое слово сказать, но не его. Если ты отдашь свою жизнь Иисусу. Потому что за 23 года своего христианства и проходя всякие разные пути, и они были очень жесткие, поверьте. Но кто знает, тот знает. Я всегда обращаю свой взор на Иисуса, потому что мой характер – это жестко. Мой характер – отдан Иисусу. Отдай сегодня все свои обстоятельства. Все. Все бытовуху отдай Иисусу. Ну, не так, работай. Я имею в виду, отдай сейчас себя, чтобы Он навел там порядок. Чтобы Он навел там божественную атмосферу. Я тебя уверяю, ты удивишься, когда пройдет какое-то время. А сколько это надо? Я не знаю, сколько в твоей жизни льда. Знаете, если бы я кинул один кусочек, вода бы вскипятилась, ну, так. Кинул бы два, вот так. Кинул бы три, вот так. Кинул 100, подольше бы, но она вскипятилась бы. Это разное время. Но Бог один. Но Иисус пошел на крест не для того, чтобы кайфовать. Он пошел на крест, потому что Он знал, что Его вера и Его жертва это будет самым сильным, что может быть. И если я сегодня сказал, ты в первый раз сегодня здесь, если ты хотел бы, чтобы Иисус был в твоей жизни, подними просто руку. Класс. Значит, не зря я не спал. Я вообще не спал. Не стесняйтесь, держите ее. Не стесняйтесь. Двадцать три года назад я поднял руки Иисусу, и я ни капельки не жалею, хотя обстоятельства были очень жесткие. Очень жесткие. У меня умер отец. Я сбил человека. На меня гнала мама. Меня хотел порвать мой брат. Но я стоял и говорил, Бог,
ты же поругаем не бываешь. Ведь если я поднял руки в твоей жизни, значит, что-то ты сделаешь. И сегодня я имею служение, я имею работу, я работаю. Мне кажется, не дай Бог всем работать так, как я работаю. Я стараюсь уделять свое время семье. У меня трое детей. Я строю жилье. Я приобрел жилье своей старшей дочери. Ей через несколько дней будет 18, и у нее есть уже свое жилье. В нашей семье есть автомобили. Но я этим не блатую. Я просто вижу, как Бог меня благословляет. Я даже не знаю, как это появилось в моей жизни, за какой период. Но я вижу, как оно происходит. Но всем, чем я радуюсь, это когда мне звонят и рассказывают свидетельство. Когда мне подходит парень и говорит, что мне делать с моим сыном? Вот так, вот так. Я говорю, давай вот так сделай, вот так, вот так, вот так. Ты здесь сегодня? Не вижу. И он говорит, я поговорил с ним. И он поменялся. Послушайте, Бог восстановитель сердец. Бог не восстановитель домов, не восстановитель тачек, денег. Он восстановитель сердец. И вот когда будет восстановлено сердце, вот тогда все другое восстановится автоматически. Когда, не знаю. Но будучи не имея физического отца, молодым пацаном, я имею небесного отца. И сейчас 43 года. Я не живу так, как многие живут мои друзья. И мне печально видеть их, как они живут. И я продолжаю им говорить Слово Божье. И они всячески пытаются завалить его льдом. Но я верю, что однажды источник в их жизни включится. И мы сейчас будем принимать вечерю. И я прошу тебя, поговори с отцом. Мне так нравится эта фраза. Поговори с отцом сейчас по-настоящему. Я думаю, когда мы говорим о вечере, первым делом пытаемся пойти попросить прощения у кого-то из друзей, но немножко неправильно по отношению к Богу. А если у тебя с ним отношений нет, может быть, первым делом тебе попросить прощения у него сегодня и сказать: Бог, прости меня, ибо не ведаю, что творю. Но научи меня жить чисто. Научи меня жить свято. Научи меня любить так, как никогда. И у кого-то сегодня соединится этот источник. А те, кто поднимали руки, вы не опускайте. Это же супертренинг, шучу. Давайте просто вместе, я думаю, даже вместе, закроем сейчас глаза и скажем: дорогой отец, прости меня за все мои поступки, за все мои действия. И я прошу тебя, с этого дня будь моим Господом, будь моим Спасителем, будь самым-самым-самым любимым. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.